Всем привет, с вами Penny Preds. И это снова Easy Drop. Пятничный выпуск по Easy Drop. Чем он отличается от всех предыдущих? Хер его знает, сейчас и узнаем. Как обычно, на балансе 250 с промокодом на 150, в общем, 400 копейки с прошлого раза остались. Что-то мне больше недоступно, доступно снова 2500, да, то есть до этого, короче, мне выпало на пятнашку, сейчас выпало на 2500, вот, в любом случае, как бы, ни пятнашку, ни пятерку я пополнять собираюсь. Так, первый кейс у меня доступен, нет? О, доступен, чудесно. Давай посмотрим, что с него выпадет. Ну, точнее, не что выпадет, а как выпадет. Три грозы. А, да. Даже так. Давай посмотрим, как выпадет две грозы. Давай посмотрим, как две грозы выпадет. Давай посмотрим, как выпадет одна гроза. Да ну нахер! Чё, ни одной грозы не выпало? Херня какая-то. Херня. Так, подожди, мы же можем что сделать? Вот эту мы... А, эту мы можем в апгрейд, конечно, пустить, да? И что у нас тут навыпадало? Вот так и вот так выпало, короче. 250 я закинул. А, ладно, давай мы апгрейд. Ну, да, давай. Короче, снова мы крутим вот эту. Случайная засекреченная. И смотрим, как выпадает скин меньше 100 рублей. А, нет, это дороже 100 рублей должен быть. Да, за 170. Ну, ладно, за 170 минус 130 рублей, грубо говоря. Минус 130 рублей. И снова шерпа. Да. Шерпа. И еще раз шерпа. Давай по 3. Давай вот по 3 покрутим. Потому что они нормально тут на экране вмещаются, да? Вот, надо вот так вот поднимать лайфленту, чтобы было видно спойлеры. Тигр, да? Сколько, ма? 3. Хорошо выпало. Вот просто у меня тут это, лайфлента. Я... О! Чё, блядь? Нихуя ты меня сейчас... О, блядь, нихуя, у меня аж сердце прихватило. Я думал, он сейчас прям на ноже остановится, но он прям... Героически тянул с... Дай вот этой. Так, я что-то опять разматерился. Надо меньше матов. Не, ну сегодня я снова окупился. Ну на скелетике, остановись ты. Хера, если бы сейчас он до двух этих дотянул юмпов. Вот это было бы жесть контент. Я б не знаю. Просто у меня сегодня брат. Ну сейчас брат дома. Мне как бы орать-то сильно не это. Неохота орать. Я надеюсь, до этого не дойдет. Мне орать не придется. Это, сука, очень хочется. Люто орнуть с какого-нибудь сочного дропа. Песчаная сетка. Ну, это... Это не тот дроп, с которого хочется орнуть. А, 32, то есть еще 2, в принципе, раза крутанем. И на этом будет все. Место преступления. Да вот он, ты красивый. Красивый. Да не, второй раз, что... Надеяться на то, что он выпадет второй раз. Янтарный градиент. 60 рублей подкатило. А, 75. Ну, нормально. Не, он дает. Как бы он дает, и что? Его и не обвинишь в том, что он не дает. И не обвинить, что не дает. То дает. Дает, и причем дает-то хорошо. Так, вот это мы продали. Насколько? Еще на 3 хватает, отлично. Хватает на 3. Что там, ролик на 4 минуты. Коротенький, да, получается ролик? Ролик получается коротенький. Коротыш. Малыш-коротыш. Коротчанский. Ну, посмотрим, сейчас апгрейды сделаем. Посмотрим, как что там прилетит. Прилетит ли?
А, недоступно? Блин, 30 копеек не хватает. Если что, можно будет скинчики продать, потому что, ну что, этот выпал там. Труп выпал. Упал труп нам. О, снова на 2 хватает. Можно вот этого пиндозника продать. Я как бы им играть не буду, потому что ну, он просто как пиндозник выглядит. Такой, я им играть не буду. 12, смотри-ка он. Ну чё, ну удиви чем-то тогда. Ширп, ты меня либо удивляй, либо давай посылай конкретно. Кровавый тигр. Нет, Вендетта. Потому что тигр он 2 сотки стоит, а Вендетта дешевле. А Вендетта вот столько стоит. А вот. Блин. Снова на 2 хватает. Вот это вот, короче, у ширпов вот такая вот херня. Они как бы тебя и не сливают. Ну, сейчас вот, сейчас конкретно слили. Все, давай посмотрим, что у нас в апгрейдах можно сделать. А, есть, у меня же есть для апгрейдов скины. Есть скины для апгрейдов, да? Вот, например, ты. Ты для апгрейда вполне сгодишься. А чтоб тебя сапгрейдить? Лесничий. Давай вот тебя попробуем. Так, нет, ты не захотел. Ну ладно, что я, что тебя уговаривать что ли буду? Я тебя что А подожди, у меня тут что, еще какие-то скины есть? Так, ну тут на апгрейд нечего пустить. Ну точнее, тут можно это все на апгрейд пустить, да? То есть только смысл, смысл. Не, хотя такое количество этих скинов, блять, я слив. Нет, нахуй. Точнее, не надо нам эту фигню. Так, давай тебя. Короче, будем апгрейдить самые вот эти первые, которые самые дешевые получаются. Но, походу, не хотит. Похоже, он не хотит. Вот, давай, скумбрия. А чё? XM1014 скумбрия. Ну, скумбрия не селедка, да? Селедка. Не селедка. Так, чё у нас там? 7 минуток. Что у нас тут? 75. Так, давай-ка мы это. Доступно для продажи. Так, мы выбили вот этот и вот этот. Давай мы вот этот. А, это для кон... А, подожди, дешевле 40 рублей. Дешевле 40 рублей же я апгрейчу, да? То есть вот этот я могу в апгрейд запустить. И посмотреть. Ну, давай, поверхностная закалка. 5-7 мигалка. Поверхностная закалка. Это прям стихи какие-то. 5-7 мигалка, поверхностная закалка. Доступны для продажи. Так, если мы продадим тебя, тебя и тебя, что это будет? Что это будет? Так, нет, я хочу. Давай мы, короче, продадим вот эти вот. Вот этот продадим. И вот этот продадим. Еще покрутим ширпы маленечко. Маленечко ширпы покрутим. То есть. Потому что, ну, нормально. Ну, я чего, окупился, что наглеть? Этот выпал, блин, мне там. Труп выпал, да? Потом что там? Пиндос этот выпал. Градик выпал, короче. Ну, все в шоколаде. Все в шоколаде. Поэтому, что бы, давай крутанем. Давай крутанем. Смотрим, как дают. Ну как? Чё, ширпа? О, ну тут, по крайней мере, хоть фиольная будет. За полтос, да? За полтос. Из 90 50 я вернул. Чё мы еще тут сможем получить? А ничего, да? Три ножа. Давай мне три ножа. Чё? Три ножа это нормально, это, да? Но все-таки дотянул до рельефа. До рельефа дотянул. Мог бы пораньше затормозить. Уже на сковородке. Хочу уже и на сковородке. Или вот до сюда бы тянул. Че ты? Ну че ты не стал? Что ты не стал тянуть-то, гад? Гад ты.
Ладно, по-моему, больше он ничего мне путнего не даст. Не даст. Так, ты продаешься и ты продаешься. А, не за 60. Ну, короче, смотри, то, что я сейчас 90-ик там потратил. 90-ик потратил. Из них я вернул 110. С 90 я сделал 110. Вот как-то так. 16. Африканская сетка. Да, нах, давай покрутим лучше. Эй, ну я ж продал все, ёптать. Ёптыть. Не тормози. О, сейчас лаг был. Сейчас какой-нибудь сок выпадет. А, нет, это вот это выпало. Но это не сок. А, не, ну сейчас я могу. Что, на повышение идем, да? Ну ладно, повышаем. Повышаем прокрутки, количество прокруток. Снова Вендетта. Ой, блядь, ну... Ну вас, да ёб твою. Ой, давай уже сливай меня. Сколько я тут могу, блядь, уже. То, блядь, короткий, то длинный ролик. Чё за... Ну вот еще полтинник. А вот он еще полтинник. Вот он еще полтинник. Не, ну нормально я, в принципе. Еще поднял. Еще поднял скинчиков, да? Еще поднял скинчиков. А чё? Чопи нет. Все, ладно, я пошел, короче. Пойду сейчас тренажерочку, потренюсь, потом уже все. Че у нас тут? Че у нас тут? 50, 60, 50, да? То есть, а я два скина продал там какие. Вот, ну-ка. 7200 сейчас. 7216. Ну, короче, чистыми где-то 6. 6 косарей примерно сейчас. На сегодняшний момент 6 косарей мы тут и сделали. Я тут сделал. Ладно. Ребят, в общем, ну, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч.